Привет, с вами Догба Мани, мои собаки Чихуа, Софи и Эйвен. И сегодня 6 ноября, это значит, что это у Софиши юбилей, ей исполняется 5 лет. Ты же в пуховике, ты чего мерзнешь? И поэтому мы приехали на зимние каникулы к бабушке Софи Эйвена, чтобы отпраздновать этот праздник. Ну что ж, поехали! Это мой тебе подарок. Спасибо, мамулечка. Сейчас посмотрим. Хотя, ладно, позже наряжусь. Давайте еще подарок. Кто следующий? В общем, Софи, поздравляю тебя с днем рождения. Пусть этот золотой мяч принесет тебе удачу. Люблю тебя, целую и жду тортик. Я пошел. Он же не золотой, он резиновый и цветной. Ух уж эти мужики. Ладно, понятно. Давайте, кто следующий? Жду подарки. Девочки. Мы тебя любим, Софи. Пока. А где подарок-то? Ух уж эти девочки. Мы пошутили. Вот наш подарок с днем рождения. Да, я поняла шутку, Маха. Косточка? Мне кажется, она мне великовата. Правда, что ли, на день рождения все просто покушать приходят? Ладно, зато цветы красивые подарили. Давайте, вперед! Кто следующий? Софи, с днем рождения тебя, желаю счастья, здоровья и всего-всего. Ага, спасибо. Кто-нибудь еще? Или все? Это что, конец? Все? Софи, вот тебе шапочка для духа. Ага, спасибо. Классная, я бы даже себе ее забрала. Не хочешь, я потом тебе ее подарю? Нет, забирай себе. Да. В общем, Софи, ты знаешь, как я тебя люблю. И не люблю все такое говорить. Классная шапочка. А от меня бантик. Очень классный бантик в моем цвете. Спасибо, братик большой. Не за что. И мой подарок. На, Софи, с днем рождения. Спасибо, ведьма большое. Теперь я точно буду настоящей феей. Ага, ладно, мы пошли, Софи. И еще подарки? Это тебе, Софи, светящийся браслетик на лапку. Под твою палочку. Спасибо, Хана. Не за что. А давайте, может, уже накроем стол и продолжим дарение подарков позже, а? Ну что, Софи, пойдем одеваться? А мы еду не пропустим? Пойдем, Софи. Ладно, пойдем побыстрее. Начинаем. Идем. Ау! Когда уже? Ну что? Еще ждем? А? Ну что? Есть охота. Ага. Давайте пока вкусняшки поедим. Эй! Ну, Ава! Нам не достанется. Дождемся торт. Кто-нибудь будет, как ты? Где ведьма? Начинаем? Ух уж эти женщины. Я не опоздал? Вань, скорее! Ну все, наконец-то. Вань, давай, наконец-то команда. Зовем. Софи, выходи! Ну, наконец-то будем есть. Да, ну что? Сейчас, Софи. Подожди немножко. Где Софи, любезный? Погоди немножко. Где? Секундочку, София, секундочку. Где любезный? Любезный, где? Я не поняла, что-то происходит. Ну что, ребята, где любезный? Софи, погоди немного. Да я жду. Любезный. Где любезный? Идет. С днем рождения, Софи. Торт для тебя приготовили мы. Так прими же наш скромный подарок, дорогая Софи. Мне бы такой скромный подарок. Саратика. Дорогая Софи. Эйвен, свечи зажгли. Да, сейчас. Свечи зажгли. Зажгли уже. Вау, ух ты. Стая, запивай. С днем рождения тебя. Спасибо вам, все дорогие мои. Загадываю, чтобы на нашем канале был 1 000 000 подписчиков. Кто за то смеет? Зыля. Я хотела помочь. Все равно мое желание сбудется. Я же теперь фея. Ну, давайте есть, что ли, тогда. Говорил Софи, не надо было столько друзей и родственников звать. Они всегда так делают, приходят и все съедают. Все съели, а мы с Эйвеном тебе говорили, они приходят и все съедают. С днем рождения, Софи. Ладно, да. Я пошел. Ладно, че? Птица, да там уже ничего не осталось, все уже съели. Да, ты права. Любезный, неси торт, а хоть бы кусочек мне оставили. Надо же, все тут обсмеяли. Любезный, не грусти, я тебе пирожное куплю. Спасибо, Софи. Софи, привет, извини, что я опоздала. Мы не пыни? Софишенька, я поздравляю тебя с днем рождения. Ага, спасибо, мы просто, не пыни. Ты же знаешь, как сложно, когда у тебя дети, вырваться на какой-то праздник. Я понимаю. Ну, ладно, я побежала к сыновьям. Пока-пока. Спасибо.
Надо было нам втроем справлять день рождения. Да, ведьма? Софи, я и ты. Да? Спи, Эйвен. Ладно. Ну что ж, спасибо всем вам за подарки и за торт, и за все остальное. Желающие могут и еще мне подарков подарить. Спасибо мамочке, Эйвену, брату и всем-всем-всем. Happy birthday to you. Ну. Ну что ж, вот такой вот праздник у нас получился. Надеемся, вам понравилось. Если да, ставьте лайк. Поздравляйте Софишу с юбилеем в комментариях к нашему видео и в наших группах. Любите своих собак, и будет вам счастье! А каникулы у бабушки продолжаются, и мы обязательно покажем вам много всего интересного. Ждите! Ту-ту-ту-ту-ту!